Густой и держащий форму сметанный крем на агар-агаре очень легко приготовить буквально за 15 минут. Такое лакомство идеально для завтрака с различной сладкой выпечкой или приготовления десертов. Очень легко и просто приготовить сметанный крем на агар-агаре, используя сметану любой жирности. Обязательно дайте сиропу остыть до нужной температуры, чтобы сметана не свернулась при вмешивании, а затем поместите его в холодильник до полного загустения. Сметана 350 мл, любой жирности. Сахар 0,5 столовой екона. Вода 50 мл. Агар-агар 10 грамм. Сок лимонный 0,25 чайных ложки. Количество порций 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Сахар всыпьте в емкость с антипригарным дном, казан, ковш, кастрюлю. Влейте воду, лимонный сок и поместите емкость на плиту. Доведите сахарный сироп до кипения, чтобы на поверхности жидкости образовались крупные пузыри. Всыпьте в емкость агар-агар. Аккуратно все перемешайте и снова доведите до кипения, а затем выключите нагрев. Остудите примерно до 45 градусов. Помните, что агар-агар начинает желироваться уже при температуре в 35 градусов. Как только смесь остынет, вмешайте в нее сметану любой жирности. Когда вмешаете всю сметану, поместите крем в холодильник или морозильную камеру до полного остывания, он загустеет еще больше. Выложите сметанный крем в креманке или пиалы, подайте к столу или используйте для приготовления других рецептов.